Парлюс. В переводе с армянского это «Доброе утро». Это рубрика «Автоакцент». С вами Саят Арутюнян. У владельцев машин существуют свои автомобильные суеверия и приметы, в которые одни верят, а другие нет. А в какие приметы верят и знают челябинские водители, давайте сейчас узнаем. Когда по утрам заводишь автомобиль, обходишь его стороны, видишь на машине пищепомет. Это, конечно, к деньгам, скорее всего, к зарплате. Машину помыл, дождь будет, 100%. Это уже проверено. Это мне уже все говорят, не мой машину, не лезь к ней, и нормально все будет. Единственное суеверие, наверное, которое я знаю, черная кошка, когда перебежит через дорогу. А так, наверное, больше ездить спокойно, не нарушая правил, и не верить ни в какие суеверия. Ну, примета такая, допустим, если черная кошка дорогу перебежала, то не сказать, что к несчастью, а наоборот, она о чем-то предупреждает, что впереди какая-то может быть опасность, что надо ехать уже более внимательным. Раньше вот на коромыслах носили воду. Если с коромыслом прошел, ну, не обязательно с коромыслом, несет воду в ведрах, значит, к удаче. А если с пустыми ведрами, значит... Ну, каждый реагирует по-своему. Ну, наверное, ни гвоздя, ни жезла, да, я тоже желаю своим друзьям. Если все-таки прокалывается шина, то это к лучшему, значит, не надо было туда ехать, да. Ну, под поездом, когда проезжаешь, под мостом, желание загадываем, что-то типа такого. Если черная кошка дорогу перебегает, я делаю пальцы вот так. А что это означает? Ну, значит, ничего не случится. Ну, осветить, да. Машина освещенная и старая была, и это тоже, в принципе, да. Есть примета, и когда выезжаешь на дальнюю, ну, до дальнюю дорогу куда-нибудь собираешься, и перебегает дорогу тебе какое-нибудь животное, там, кошка или собака, ну, может, кролик пробежал, не знаю. Значит, на пути встретится обязательно ГИБДД. И если ты издалека видишь ГИБДД, нужно про себя сказать: черный бык красного побеждает, и тогда тебя точно не остановят. Можно быть суеверным, верить в приметы, но лучше, конечно, следить за техническим состоянием машины, чтобы она вас никогда не подвела. Это был «Автоакцент». С вами Саят Арутюнян. Хорошего вам дня.